Аграрии Яльчикского района первыми в Чувашии вышли на поля. Сельхозпредприятие АСК «Яльчики» приступили к подкормке озимой пшеницы. В этом хозяйстве озимая пшеница возделывается на площади 400 гектар. В эти дни поля озимых культур освободились от снега. Подкормка производится агрегатом «Туман». Он удобен для проведения ранних весенних подкормок на зимующих культурах. Агрегат обладает хорошей проходимостью на весеннем поле, не повреждает растения. Вносимые минеральные удобрения без потерь питательных веществ будут освоены растениями. В хозяйствах Яльчикского района озимые культуры под урожай 2013 года засеяны на площади более 5000 гектаров.